Знакомство с коллективом и экскурсия по новым помещениям от руководителя ТНВ Ильшата Аминова. Такого еще не было. Филиал телеканала впервые открывается в другой стране. Представительство «Нового века» расположилось в огромном телецентре «Казмедиа». Через татарские новости и сериалы нам нужно помогать сохранять национальные традиции, говорит президент. Мало того, что здесь живут татары, казахская культура тоже очень близка к нашей. Напомним, создать в Астане корпункт ТНВ в августе прошлого года предложил Рустаму Миниханову председатель правления Конгресса татар и башкир Казахстана Тауфик Каримов. Президент республики поддержал идею. С ТНВ надо будет доработать эту информацию, чтобы представитель ТНВ здесь работал. От идеи до реализации меньше года. Корпункт в Астане возглавила Аделия Тухбатова. Выпускница Башкирского государственного университета, давно живет в Казахстане. Наша самая главная цель – познакомить зрителей телерадиокомпании «Новый век» с жизнью и деятельностью татар, проживающих в Республике Казахстан, а также рассказать о деятельности татарской общины Казахстана по сохранению языка, культуры, традиций и обычаи татарского народа. Кроме казахстанского, у ТНВ 9 корпунктов в России. Это Челны и Альметьевск по Татарстану, Екатеринбург, Ижевск, Оренбург, Ульяновск и другие города. На следующей неделе в Государственной Думе запланировано первое чтение нашумевшего законопроекта. Значимые для Татарстана события и решения из Москвы первый сообщает нам собственный корреспондент Дина Газалиева. Столичный филиал работает с 2007 года. 3 годами младше корпункт в Тюмени. Их главная цель – освещение жизни татарского народа в регионе, где 70 татарских деревень. Для них вот приезд ТНВ – это грандиозное событие. Вся деревня об этом обычно знает, они готовятся. Они потому что смотрят канал ТНВ, у всех практически тарелки стоят. А в Казахстане татар около 200 тысяч. С национальной общиной Рустам Миниханов в очередной раз встретился здесь же, в Казмедиа. Речь пошла о развитии татарского сообщества, в том числе, как поможет в этом новый корпункт. Мы планируем выпускать динамичный, современный и вдохновляющий контент. Сюжеты казахстанского корпункта можно будет увидеть в новостях Татарстана, программах «Хабарляр», «Татарлар» и других проектах, а также на ТНВ-планете. Главная миссия как нового корпункта, так и всего телеканала – татары по всему миру должны чувствовать неразрывную связь со своей исторической родиной и культурой. Лина Зинатульна при участии корпунктов ТНВ «Россия», «Казахстан».